Да, это вполне себе может быть причина, что в каком-то плане им может быть выгодна наша деятельность как запугивание, хотя мы всегда стараемся как бы там смягчить какие-то акценты и не говорить там завтра вас всех посадят, арестуют, ни в коем случае не пиши ничего в ВКонтакт, забейся под диван и не высовывайся оттуда. Это совершенно не про нас, но тем не менее просто сама та тема, которой мы занимаемся, увы, она такая, да. Другая причина, возможно, ну и может быть интересно просто получать какую-то реальную информацию. Потому что когда там МВД говорит, что задержали 20 каких-то придурков, а на деле оказывается, что это там вышло масса народу, и они там приняли 1000 человек, то кто их реально посчитает, если не мы? Ну, где-то у них могут быть какие-то способы, но хорошо иметь всегда второй источник.